моего мопеда, мотороллер, кимку. Обломились два зеркала. Там крепления такие неважные. На алюминиевых уголочках таких. На два шурупика крепится. Такое большое раскладное зеркало. Оно складывается. Так заламывается. И большая нагрузка идет. За 10 лет все развалилось, отвалилось. Выломалось прям кусок пластика. Ну и я вот решил на армированный фуксик либо сделать такой. Наматываю, значит, нить. Вот этот клей эпокси, двухкомпонентный, да? Ультрафест. И наматываю его на нить примерно 0,8-0,9 до 1 мм толщиной. И наматываю вместе с эпоксидкой. Вот один слой намотал. Потом снутри буду заливать еще эпоксидку. Вот там видно.